Село Межадар, по одной из версий, название села в переводе на русский означает «находящийся возле границы». Межа – граница, дор – возле. В XVI веке здесь проходила граница между Верхней и Нижне-Сысельскими землями. Сысельские земли в те времена простирались от нынешнего Палауза до Зеленца. По другой версии, название села Межадар образовалось от наименования озера Межаты. В настоящее время озера под таким названием в окрестностях Межадара нет, но оно некогда существовало. Об этом говорит выписка из песцовой книги 1586 года и топографическое изучение местности. По словам местных жителей, летом на месте Межаты до сих пор встречаются растения, которые растут возле рек и озер. Из поколения в поколение в Межадаре передается легенда о том, что святитель земли Стефан Пермский, поднимаясь по реке Сысали, остановился в Межадаре, возле озера Межаты, где стояли дома местных жителей. Он попросился на ночлег и хотел покрестить межадарцев в православную веру. Но межадарцы Стефана не приняли. Они вышли с длинными баграми и оттолкнули лодки Стефана до середины реки. И Стефан поплыл дальше, поднялся по реке Сысали и остановился в Отче. Основал там монастырь и построил первую церковь. Стефану Пермскому такой прием межадарцев, конечно же, не понравился. Он своей святой силой разделил Межадарскую гору, Межадарскую землю тремя глубокими, широкими оврагами. И образовались три ручья. Когда-то через Межадар проходила дорога Усть-Сысольск-Мураши. В селе был постоялый двор, где путники могли остановиться на ночлег. Дорога пересекала все три ручья – Грецшор, Кычаншор и Маляшор. В межсезонье весной и осенью передвигаться по Межадару было особенно трудно. Повозки и люди буквально застревали в грязи. Мы с вами стоим возле ручья Грецшор. Раньше ручей был глубоким, а теперь менее полноводный, потому что провели мелиорацию. И ручей аккуратно течет в одну трубу. Здесь проложили большую насыпь, и поэтому дорога сейчас в хорошем состоянии. В конце 17 века в селе готовились к строительству церкви. Как и положено, церковь должна была располагаться на возвышенности. И было принято решение поставить ее на Грецкой горе. Там уже были подготовлены бревна и стройматериалы. Лежали они около самого обрыва, в бунтах, ждали весны. И вот наступила весна, но в один из дней поднялась сильная буря, шквальный ветер. Эти бревна посыпались все в ручей. Но по какой-то причине все стройматериалы остановились, не доходя до Сысалы реки, примерно метров 300. И наши предки решили, что ранее выбранное место неугодное Богу, и решили построить церковь там, куда остановились эти бревна. Вот здесь, на этом месте, на берегу реки Сысалы, в 1850 году и возвели белокаменную красавицу церковь. Настоятелем церкви введения во храм Пресвятой Богородицы, располагавшийся здесь до 1938 года, был Афанасий Куратов, родной брат основоположника коми-литературы Ивана Алексеевича Куратова. В Межадар Афанасий Куратов со своей женой Феофеей Розовой приехал в 1854 году, после окончания Вологодской духовной семинарии. Сюда же Афанасий перевез свою маму. На Межадарской земле у Афанасия родилось 8 детей. Родной брат Иван Куратов часто бывал в гостях у Афанасия в Межадаре. По архивным документам известно, что в 1859 году в этой церкви крестили девочку по имени Александра, дочку Афанасия Куратова. И как раз в это время здесь, в Межадаре, гостил Иван Куратов. И он стал крестным отцом этой маленькой девочки. А на одном из известных стихотворений «Самсон» внизу стоит надпись «Межадар, 1865 год». То есть стихотворение Иван Алексеевич написал именно в нашем селе. Каменную церковь, в которой работал Афанасий Куратов, в 1938 году разрушили до основания.
Недавно на этом месте установили памятный крест. Межадер был родиной многим известным людям. Здесь родились известный коми-поэт, автор стихотворений и пьес Михаил Лебедев. И Степан Раевский, проработавший долгое время директором коми-книжного издательства. Гордятся межадерцы тем, что на сцене драматического театра имени Виктора Савина играл наш земляк, Красильников Михаил Андреевич, заслуженный артист РСФСР, который отдал театру 55 лет. Сыграл несколько десятков ролей. Более половины межадерцев носят фамилию Морозов. Эта фамилия прославила их более других. Александр Иванович Морозов – почетный полярник СССР. Александр Александрович Морозов в свое время был заместителем министра внутренних дел Коми СССР. И, конечно, Иван Павлович Морозов. 22 года с 1965 по 87 он был первым секретарем Коми обкома КПСС. Детство Вани было типичным для сельского паренька, по-своему интересным, веселым и далеко не беззаботным. Вместе с друзьями он ходил в лес за ягодами и грибами, ходил к озеру Каджаром на рыбалку, с дедом ловили петлями зайцев, пас коров. Рано утром, дождавшись дойки, любил попить парного молока, с увлечением лепил из глины разные фигурки. После окончания школы в 15 лет Иван Морозов решил поступить в фельдшерско-акушерскую школу. Дорога была не близкая. От Межадера до Сыктывкара 70 километров по грунтовой дороге, по грязи, шел он пешком. В пути ему даже пришлось заночевать. Символично, что после того, как он занял пост первого секретаря, одним из первых его больших проектов стало строительство асфальтированной дороги Сыктывкар-Мураши. Когда Иван Павлович написал заявление об уходе тогдашнему руководителю страны Михаилу Сергеевичу Горбачеву, буквально накануне он попросил помощников помочь ему составить дело номер 22. Это просто папка с отпечатанными листочками экономическое развитие республики за период его руководства. Почему именно с этим номером? Потому что 22 года работы на одном посту. И интересно, что вся страна, вот этот период исторический, с 60-е, 80-е годы, весь этот исторический период, он считается периодом застоя в истории страны. А республика резко пошла вверх. Первое каменное здание Дома культуры в Межадере появилось тоже благодаря Ивану Морозову. Даже в районном центре селе Визинга такое здание появилось уже гораздо позже. Иван Павлович немало сделал для родного села, но тем не менее был человеком очень скромным. Сделать что-либо для себя, пользуясь положением, для него это было неприемлемо. Этот человек не запятнал себя абсолютно ничем. Но, наверное, он предполагал, что такие мысли могут возникнуть. Вследствие чего, как только его назначили руководителем республики, после этого он сразу же стал собирать все свои расходы, которые когда-либо делали семейные. Он собирал чеки, товарные чеки. И все эти документы хранились дома в какой-то коробке. После его смерти, уже спустя 20 лет, его вдова, она принесла все эти документы нам в музей. Мария Григорьевна рассказывает такую ситуацию, когда он был уже руководителем, и у них родился внук. Места в яслях оказалось вот в настоящий момент нет. Он не посмел позвонить и попросить себе место в детском саду, потому что считал, что это, ну, наравне, наверное, должен быть со всеми. Он пришел домой и сообщил жене: уходи с работы. Она уходила на какой-то период с работы, чтобы сидеть с внуком. В 1998 году в здании Дома культуры был открыт сельский музей, которому присвоили имя Ивана Павловича Морозова. Самая большая экспозиция в музее, конечно же, посвящена именно ему. Изучив музейные экспонаты, мы пришли к выводу, что сюда еще не раз вернемся.